А-а-а, рука устает. Рука болит. Моника, угомонись. Эй, всем море приветов, друзья и гости моего канала, всем БГГшечки, Нептун здесь. Сегодня я продолжаю обозревать моды для ФНФ, Friday Night Funkin', и сегодня я нашел один интересный мод. Наверное, вы его знаете уже давно, возможно, вы в него играли. Я же увидел его впервые буквально вот только что и сразу побежал снимать, потому что он мне пришелся по душе. Значит, Моника. Помните, была такая Моника и была такая игрушка «Доки-доки литературный клуб». Тук-тук. Кто там? Моника. Просто Моника. Да-да-да, там была такая Моника, которая, ну, как вы знаете, была... Ладно, не буду спойлерить. Покажу вам большой эдит. Вот это было как-то так. Жутковато, но думаю, что за столько лет уже люди должны знать, что это за игра. И вроде как, насколько я знаю, Моника — это некий живой персонаж, живое воплощение, живущее в игре и общающееся с игроком через игру и игровые файлы. И при этом, разбивая четвертую стену, она добралась и до... Friday Night Funkin', конечно. Так, здесь это получается, что мод заменяет... шестую неделю, вместо сэмпая там теперь Моника. Каким-то макаром ее запихнули в эту игру. Но она не потеряла свою индивидуальность. Та-дам! Посмотреть на нее. Ха-ха-ха-ха-ха, ты такой умный, смог модифицировать меня в эту игру. А теперь мы будем и останемся вместе, неважно в какую игру ты играешь. Оу, это такая маленькая, милая ритм-игра. Давай споем. Что? То есть, она осознает, что ее в качестве мода затащили, ну как, внедрили в эту игру. Теперь будем петь. 3, 2, 1. Погнали! Пара-п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 а-
Там. Парам. Это, по-моему, насколько я знаю, мелодия из оригинальной игры. Фризы. Эти фризы преследуют меня довольно часто. Здесь видите, игра как будто на секунду фризаню. Ого. Эй, надеюсь, мне такого не надо? Вот опять. Есть. Фух. Замечаете, она как будто на секунду игра фризит, и после этого я сбиваюсь с ритма. Вот. Вот эту мелодию я узнаю, да? Боже, боже. Ну пока, пока терпимо, но только первая песня, первая. Что там будет дальше, мне страшно подумать. А, боже. Это долго будет? Что-то, слушайте, у меня реально устают. Пальцы немножко устают. Фух. Первую песню мы отыграли. Она довольна. Что? В смысле? Почему он здесь? Почему сэмпай здесь? Типа, ты думал, что ты смог меня прогнать? Я надеру тебя зад. Что? Бобби-бип-боб, скудуду-бип-бип-боп? Ты чё, охренел бип-боп делать? А чё он здесь? Подождите. А, это за него Моника, наверное. Или нет? Ну, песня-то его. Слушайте, а картинка Моники? Блин, я не знаю, а вдруг в конце будет Моника? Блин, слушайте, это мод закончился или это Моника мне тут чудит устраивать? Это ж иконка осталась Моники. Так, давайте подождем, посмотрим, что будет дальше. Да ладно, неужели Моника только на одну песню?
Очень бы не хотелось, чтобы была только одна песня. Так, микрофон, не уезжай, блин. Если так, то попробуем Монику пройти на харде. Да, блин. Ну, косикнул, да. Ну, с кем не бывает. Ну да, это идет, получается, вторая песня, точно. Но меня смущает, что картинка Моники, иконочка-то осталась. Я думаю, что если бы это... Думаю, что если бы Моника осталась, она, наверное, все-таки уже как-то себя проявила. Но если сейчас придет демон, да. Вот теперь иконка изменилась. Теперь он стал настоящим демоном. Подъезжь! Так, погоди. Ну все тогда. Что там странно, силуэт черный. Пам-па-па-па-па-па-па-па-па. Так, ладно, давайте в менюшку тогда выйдем. Так, режим истории. Давайте попробуем тогда уж пройти Монику на харде. То есть, видимо, мод заменяет только первую песню, и все. Ты такой умный, смог меня модифицировать в этой игре. Ля, такая милая ритм-игра, давай поиграем вместе. Блин, Моника, это такая... Такая волшебная, чуткая, милая девушка. И ты будешь всегда со мной, да, во что бы я ни играл. Ладно, посмотрим. Посмотрим. Так, ну у меня, по идее, сложность на харде стоит. Да, уже труднее. Смотри, вот парные стрелки не... Сейчас, короче, будем взрываться. Боже, мне уже страшно. Ну пока терпимо. Слушайте, тут вполне возможно кликер поставить. Чтобы он стучал по стрелочкам. Па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара. Фух, нормально. Держимся, на харде проходим. Так. Рука устает! Рука болит! Моника, угомонись! Да, фух! Пожалейте мою руку! Все, а дальше он уже стал собой настоящим. Ну, понятно. Видимо, мод на этом заканчивается, да? Шо? Все, би-би-би, бу-бу-бу-бу! Би-би-би, би-би-ба-бам! Там-пам-пам-парарарам-пам-пам-парам. Ну, песенка у него хорошая, зачетная, не спорю, ничего не скажешь. Ну, в общем-то, мод получился очень коротеньким. Надеюсь, вам понравилось. Большое всем спасибо за внимание, ссылочка на его скачку будет в описании под видео. Там я его скачивал, так что можете тоже скачать и поиграть. Непременно жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И в колокольчике ставьте все уведомления. И проверьте, чтобы он у вас стоял на моем канале, тогда вы точно ничего не пропустите. Желаю всем добра и позитива, друзья, всем пока-пока.